Когда мы становимся взрослыми, мы понимаем, что какая-то ниша в нашей жизни осталась незаполнена. И для меня такой нишей стали танцы. Когда я попала в младшую группу Галины Николаевны в 2012 году, я еще не знала, что есть старшая группа, в которой танцуют повзрослее меня, то есть со стажем уже танцоры. И в этом же 2012 году меня перевели в старшую группу. Это было замечательно. Мы стали шить платье в пол, что, в общем-то, тоже было такой детской мечтой, которая вот реализовалась с этими танцами. И первый раз я выступала возле провала, танцевала цыганский танец. Волновалась очень сильно. Я очень боялась, что меня кто-то смотрит из знакомых, потому что была не уверена в себе, и, в общем-то, я никогда не выступала, не танцевала на людях. Но все прошло великолепно, и, в общем, заниматься танцами мне очень нравится. Спасибо, конечно, Галине Николаевне. И благодаря ее разминке, которая идет перед каждым нашим занятием получасовой, мы, в общем-то, свою форму поддерживаем. Эта разминка довольно-таки серьезная, скажем так, профессиональная. Поэтому мы готовы танцевать дальше. Мы рады участвовать в нашем народном коллективе. Присвоили нам звание «Народный» совсем недавно. Это очень почетное звание. Мы постараемся его оправдать. Всего хорошего всем. Спасибо.